Всем привет! Добро пожаловать на канал Мылао. Я сегодня хочу сделать обзор экстракта CO2 артишока. Артишок как овощ у нас не сильно популярен, но зато фитокосметологи считают его очень полезным для кожи, потому что он богат витаминами, минералами. Они считают, что этот овощ довольно-таки забыт, а зря, потому что он как раз обеспечивает коже должный уход, защищает ее от различных внешних факторов, потому что в нем есть витаминно-минеральный состав, который может регенерировать даже самые поврежденные слои кожи. Его применяют в косметике от морщин, особенно если у вас уже глубокие морщины и вы в возрасте, тогда экстракт CO2 артишока как раз вам поможет разгладить морщины, также подтянет ваше лицо. Оно будет более упругим кожи, более гладким. Можно добавлять в омолаживающие маски. Но этот экстракт не вызывает раздражения, воспаления, поэтому его смело можно использовать. Его можно еще применять в косметику от целлюлита, так как он подтягивает кожу, разравнивает ее, поэтому эффект будет заметен. Прекрасно увлажняет, поэтому можно добавлять в крем для очень сухой кожи, которая даже шелушится. Также можно добавлять в крема или маски для проблемной кожи. Если у вас есть акне, например, или угри, или прыщики, от которых вы не можете избавиться, тогда добавив в крем или в маску экстракт артишока, вы сможете бороться с этой проблемой. Также можно добавить еще, например, в маску для волос. Если у вас слишком сухая кожа головы и у вас появилась перхоть, тогда как раз экстракт артишока поможет восстановить баланс вашей кожи. Вот я покажу, как он выглядит. Вот такая бутылочка, фасовочка идет 5 грамм, поставщик Англия. Спасибо, что посетили мой канал. Не забывайте ставить пальчик вверх, подписываться. До новых встреч!